Всем привет, друзья! Сегодня на обзоре умная лампочка от Сбера с цоколем E27, RGB, Wi-Fi, Bluetooth. Все здесь. Меня зовут Дмитрий Андреев. Привет! Лампа поставляется вот в такой коробке. Внутри у нас есть инструкция с характеристиками. Ну и, собственно, сама лампочка. Итак, на ней заявлено, что это типоразмер A60, цоколь E27, поддерживает Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 4,2, 230 вольт, 50 Гц, мощность 9 Вт. Яркость 806 люменов, светность от 2700 до 6500 Кельвинов. Изготовлено ООО «Сбер Девайсы», сделано в Китае 9 сентября 2021 года. Давайте ее подключим и посмотрим, как происходит подключение. Лампочку до этого я уже настроил, поэтому расскажу вам просто, как это делается. И хочу обратить ваше внимание, что она сохраняет свое состояние после включения. Подключить к умному дому Сбера лампу не составляет никакого труда. Подключаем ее в сеть. Она должна начать медленно так мигать. Если этого не происходит, нужно 4 раза включить и выключить. Причем так, чтобы на фазу включения было не меньше 2 секунд. После этого лампочка начинает мигать. Так вот, она прям плавно начинает. И в этот момент она находится в режиме сопряжения, и можно ее подключать к приложению «Салют». В приложении «Салют» нажимаем на зеленый плюсик. Далее выбираем «Устройство». В списке устройств находим нашу лампу, умная лампа Сбер. Отмечаем «Да». Подключаем лампу к Wi-Fi сети. И через какое-то время лампа подключится. Готово. Нажимаем кнопку «Настроить». Выбирайте дом, комнату. И готово. Можете задать имя вашей лампе. Я назову ее «Лампочка Сбер». Устройство добавлено. Итак, что же умеет наша лампочка? Она может включаться и выключаться, как через ассистента, так и через обычным выключателем, сохраняя свое состояние, как я уже и говорил. Может запускать одну из световых сцен, которые предустановлены в приложении «Салют» для этой лампы. Может включаться и выключаться по таймеру, регулировать яркость. Ну и, в общем-то, ну, насыщенный цвет, это тоже все опционально, выбирается в «Салюте». Подключить ее можно как через приложение «Салют», так и через приложение умного дома Яндекса. То есть можно будет как родную ее вставить в умный дом Яндекса. Умный дом Сбера пока не такой развитый, как, например, у Яндекса. У них только неделю назад
появились сценарии, и, в общем-то, пока это все достаточно в таком зачаточном состоянии. Но, тем не менее, Сбер свой умный дом развивает, и будет интересно понаблюдать, как он будет, собственно, прогрессировать в этой области. Итак, давайте смотреть, как у нас она работает с приложением Salute. Выключи лампу. Включи свет. Выключи свет через 5 секунд. Выключи свет через 5 секунд. Включи зеленый свет. Включи красный свет. Выключи свет через 10 секунд. Вот так вот, 5 секунд он почему-то не воспринимает, а 10 в принципе нормально. Ну и в принципе таймер работает. Единственное, что он работает только голосом, и нельзя им управлять само приложение. Само приложение достаточно лаконичное, пока возможностей мало. Есть сценарии. Возможность регулировать свет, насыщенность, устанавливать предустановленные сцены. Вот, например, белый свет, вот цветной. Тут можно выбирать любой на ваш взгляд. Есть сцена свеча, где свет начинает мерцать, имитируя свет свечи. Северное сияние, которое имитирует свечение северного сияния. Сцена романтика, сцена рассвет, то есть лампочка будет постепенно набирать насыщенность, ну, яркость в течение какого-то времени, и сцена закат, точно так же она будет постепенно угасать с течением времени. Так что вот такая лампочка, вполне себе ничего. У меня есть умная лампочка от E-Lite, которая используется в умном доме Xiaomi Mi Home. Вот так они, в общем-то, выглядят. Конечно, возможностей у Xiaomi-шной лампочки гораздо больше. Ну и даже по характеристикам 600 люменов против 806 люменов против 600 в E-Lite. Но цветовой диапазон тут шире, от 1700 до 6500, а здесь от 2700 кельвинов. Мощность и там 9 ватт. Вот. Ну и, соответственно, по весу гораздо больше весит лампочка E-Lite. Мне эта лампочка досталась бесплатно, в зеленый день, то есть в день рождения Сбера. Эти лампочки раздавали всем желающим за 0 рублей, причем приезжал курьер, который ее доставлял. А так она стоит в магазине около 1000 рублей. Ну, в общем-то, как и все другие лампочки от других производителей, примерно в одном ценовом диапазоне. Ничего особенного в этой лампочке нет. Единственное, что я не успел попробовать Bluetooth. Но по заверению производителя, она должна работать, даже если нет интернета. То есть вы через приложение Salute сможете управлять этой лампой через Bluetooth. Также этот Bluetooth никак больше не используется, нигде о нем
в приложении не говорится, никак не намекается ни на какие-то функции. Ну, то есть, я думаю, что в дальнейшем, возможно, эта лампочка будет использоваться как такой Bluetooth хаб для каких-то других устройств в умном доме Сбера. Ну, посмотрим, как это будет у них развиваться, в какую сторону и вообще. Рекомендовать к покупке не знаю. Ну, в общем-то, я, в принципе, не очень понимаю вот этот формат лампочек. У меня дома нет устройств, которые бы поддерживали вот этот цоколь E27. Единственная лампочка, которая вот я вам показывал, E-Lite, она у меня уже давно. Это была вообще моя самое первое умное устройство. Поэтому до сих пор она у меня живет и используется, в общем-то, в ночнике. Больше ламп с цоколем E27 в моем доме нет. И я думаю, что у многих... Ну, то есть, я думаю, что многие уже отказались от этого форм-фактора и перешли на какие-то другие устройства освещения. Ну, а так побаловаться или просто познакомиться с умным домом вполне себе неплохой вариант. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Увидимся. Пока.